фак-фак, беги-беги-беги-беги. Неожиданная реализация, что как бы уже поздно и надо идти спать. Да нет, просто почему у тебя тут пчелы? Почему у тебя тут пчелы? Я так не задавай вопросов. А мне нужно, мне нужно, мне нужно... Блин! Костер, костер, костер. Трава. Дерево. Дерево, да. Дерево! Я вспомнил, что да мы можем спать. Ты же дерево. Спать мы можем с помощью, Чего? Где-то тут Хони По... Умбрелла, зонтик, нахрена зонтик, багнек. Может быть, тут еще и дождь добавили. Важно. Вот это вот нам нужно дерьмо. И нам нужно еще много, или... Нет, нам нужно мало. И да! Еп! Что-то такое. Я буду спать, короче. Я хотел тебе сказать, короче, мы будем спать, возможно, наше безумие немного уймется. Ты можешь спать? Да, ну то есть день с ночь пропускаешь. И что за говно? И когда ты собирался мне это сказать, что ты можешь спать? Shut the fuck up. No do. Я резко на не знаю сколько децибел поднял свой голос. Вот, захочешь, не сможешь. Короче, и когда ты собираешься спать? Прямо сейчас. И ты сгоришь нахер. Лег сгорел. И 99, ну шикарно просто. 99. Правда, блин, у меня убавилось в плане здоровья. 69 зато у тебя там. Почему тут проценты ненормальные, а какие-то 200-е? Ну, потому что прибавилось здоровье, ты что, не заметил? Они прибавили здоровье. Зачем? Ну, тут что-то изменилось, и поэтому... То есть я раньше по хардкору играл, а теперь у тебя здоровье теперь больше. Теперь овер до хера к хардкору, поверь мне. Это просто я шикарно играю так. А день 11-й, где моя зима обещанная? Ну, ждем, ждем. Where is my winter? Winter is coming. Ты смотрел «Игру престолов»? Нет. Yeah. Посмотри «Игру престолов». Ты смотрел «Во все тяжкие»? Как? «Во все тяжкие». Ну, в России. Что-то Breaking Bad. Ну, нет? Что-то был, по-моему, я не помню уж. Да, там про химика, который, у которого рак, и он начинает готовить метамфетамин. Да, как тебе такая история? Печальная история, довольно. Почему? Ну, он получает от этого удовольствие, я бы тоже получал удовольствие. Я начал готовить метамфетамин. Сраный кролик стал нормальным, что за дерьмо? Может быть, он просто пережил ночь? Чё? Просто... Убей его заново. Я его не убивал даже. Я его просто поймал. Так убей! Ну, что же. Это все, конечно, довольно занимательно, но... Мне уже больше не хочется особо рассказывать. Окей, Энд появился. Hello! Он расстроен твоим поведением. Не-не-не. Он говорит, иди в Скайрим. Он говорит, не-не-не. Иди в Властелин колец, давай, им говорите. Как тебе такое понравится, сучка? Чё ты... Чё? Ты чё, наркоман? Как тебе такое понравится? Хочешь его убить, что ли? Чё, с ума сошёл? Я чё, по-твоему, наркоман? Нахера ты оружие тогда в руки взял? Чтобы его попиздить немного. Зачем? Фак, да чё? Тупак вообще, ты паковать тебя надо. Тебя сейчас запакует этот энд. Нет, я его... 37. Говняшку съешь. Чё, дубу дал? А не наркоман, нет. Где сраные свиньи? Где-то влево-вправо. Вон они вправо. Беги или время останавливается, когда ты. То есть какие-то чревоточные, я так понял, все-таки можно зайти. Это не свиньи? Нет, вот это не свиньи. А, свиньи, это у них домики. Какие их домики? Вон его домик. Иди в свинью. И вот здесь домики. Какая ближе? Вон. Вот этот ближе, ниже. Нет, вправо иди. Сюда? Да. Только это влево. Там веселее. От нас это влево. Почему влево, вправо? Влево. Вправо! Ну вправо и вверх, влево получается. Чё? Вправо и вверх это получается влево? Ну, если вот так... Чё у тебя по географии мы было? Мы же прямо идем, получается, прямо. То есть сейчас мы идем. Ну когда прямо, он идет вот так, вот для него сейчас будет влево. Ну, это вправо получается. Мы сейчас идем вправо. Это сейчас мы идем вправо, так я о чем и говорю. А вот так, если теоретически, если он смотрит сам, если стоит от первого лица, то получается это влево он идет, а не вверх, понимаешь? Это мы смотрим, чё как ты он мелешь? Вверх. Это ты че? Где сраный энд? Куда он делся? Че, он наркоман, что ли? Иди сюда. Зачем он тебе нужен? А чё бы нет, что он все равно будет преследовать постоянно теперь, пока я что-нибудь... Ты сейчас я... Тебя же там замочат. Да нет же, он медленный, как жопа негра. Интересно, а жопа негра медленная?
жопы негра. Как? Наоборот, они черные же быстрее всех бегают. Ну. Вообще не надо тут расизма. Нет, понимаешь, как бы, черный, жопа негра, это отдельная история. Все, закрой рот, никакого расизма на канале, нас смотрят даже дети. Peace Brothers. Нас смотрят даже дети, как бы. Даже дети. Может быть. Че? Только? Закрой рот! Понял, закрыл свой рот. Просто ты сейчас обижаешь мою публику, которая явно не только дети. Ну, я уверен, как бы, что не только. Ты сейчас скажешь, типа, пошутишь. Да, и даже до школы кто-то смотрит, да? Даже... Иди в зад, понял? Просто иди в зад. Наш разговор испортился от истории про летний лагерь, в котором ты даже не был. Что ты много упустил. Да. Нет, я, кстати, был... What the fuck? Я, кстати, с летними лагерями всегда такая странная история, потому что летний лагерь — это как школа, только на этаж выше. Потому что мне никогда не хотелось ехать ни в какие из этих лагерей, меня туда просто отправляли, чтобы сбагрить на лето. Но при этом... Я думал, что со школы так будет, что когда школа закончится, я буду думать, ну, блин, школа, так ее будет не хватать. Если я усну тут, а он как бы... Ну вот, стой, я и мысли, ты пока и выживай. В общем, я думал, что из-за того, что как бы летний лагерь заканчивался, мне действительно было как-то жалко оттуда уходить, потому что там всякие были истории связаны, как мы там дыни воровали... Что у границ лагеря росла конопля, и все в таком духе. И ты уже как бы привыкаешь ко всему этому делу. И когда это все заканчивается, ты такой, ну вот. И теперь в школу идти. Окей. Сюда еще идет! Как он вообще? Я, кстати, думал, что он тебя должен завалить, пока ты слышишь. Я тоже подумал об этом. Ну ладно, в общем, это не Майнкрафт. Но я думаю, что со школы будет так же. Типа, когда школа закончится, что... Типа, буду... Вот сколько уже лет прошло? Я не знаю. Ну, уже много прошло лет со школы. Я такой старый, как мир. Ну, уже достаточно. Ты уже скоро доктором станешь. И вот... Но вообще, типа, и чё, я совершенно не жалею, уже школа закончилась, и слава богу, совершенно никакого сожаления нет. Ну как ты можешь, бессердечно? Нет, я просто, и мне до сих пор порой хочется прийти в школу и сказать учителям, что они твари. Идите-ка что вы все. Ты тварь! Ты тварь, а, и ты тварь, ты и такой, ты тварь, знаешь, и всех всё. Так, типа, потому что я помню, что, ну... Я не знаю, у всех ли это, и надо думать, что у многих, что есть такое желание всех послать, когда это все заканчивается. Блин, я не знаю. Может быть, лет через когда-нибудь там я приду и скажу... И вот вы помните, вы говорили, что я буду думать, что... А, это все ради моего лучшего. Нифига, иди в жопу, тварь! Сраная гнида. Боже мой, ты такой злой. Да, я не люблю. Но я, кстати, не припомню, что вот как бы вот, у меня брат учился когда. Вот, и как бы мы учились, и я не припомню, как бы вот они как бы такие, ну знаешь, прям всем хорошо относились. Да я так понял, учителя, в принципе, к ним нормально, так более-менее. А у нас были твари, а у нас какой-то пиздец прям. Хоть он в той и той же школе учился, кстати, что и мы, но... Вот как нам повезло. Да. Мы просто везучие. А сейчас я так понял, вообще пиздец какой-то происходит. Да. Я даже не хочу представлять, что сейчас в школах происходит. Ну да, очевидно. Порой я читаю комментарии. С одной стороны, и... дети сейчас ебанутые, с другой стороны, как бы. Учителя тоже особо не блещут. Я не знаю, сейчас с учителями как бы нету, из-за того, что это не Советский Союз, я не знаю, и очень, наверное, очень мало осталось учителей старой закалки, у детей нету никакого уважения к ним, и у самих учителей нет никакого желания кого-либо обучать чему-либо, да, что они просто, знают, моя работа, просто сядьте и выучите, и... Весь, не знаю, вся их программа заканчивается тем, что они открывают книгу, говорят... Выучите этот параграф и спят дальше на уроке. То есть, конечно, у нас такого не было, но сколько у нас было учителей, которые преподавали просто, открыли книгу и читают на книгу, типа, вау, спасибо, я, то есть,
Ну, на самом деле, то есть. И потом еще задаю тебе домашнее задание по той же книге. Ты типа, да иди ты в шопу просто. Ну, как бы им это особо так и не надо, с одной стороны. А с другой стороны, как бы, что за хуйня-то, блин? Должны пример подавать, а не говно какое-то преподавать. Это тент! Я сейчас смотрю, я не знаю, сколько уже времени он ходит просто за тобой. Причем он очень был близок к тому. Я не знаю, сколько мы уже и записываем эту серию. Наверное, будет несколько серий того, как ты убегаешь от тентов. Ладно, если что, мы здесь закончим. Если вам понравился этот ролик, не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, рассказывать нам ваши истории. Пока! Еп. Где свинья-то, еп?